Топ-2 настройки, которые помогут ускорить телефон, даже если самый слабый. Заходите в настройки просто телефона, смотрите, тут очень просто. Расширенные настройки, здесь у вас будет функция, которая называется расширение памяти. Включайте это и увеличите на 3 гига. Было 6, стало 9, было 9, стало 12, было 12, стало 15. Очень классная штука. Если вы играете в игры и в тяжелые приложения, заходите. Следующий пункт. Заходим в настройки о телефоне, тапаем вот тут по версии MIUI, выходим. И опять-таки залетаем в этот пункт расширить настройки. Здесь будет у вас пункт для разработчиков. Заходим для разработчиков и смотрите, тут обалденный пункт, который называется, вот сейчас вам покажу, вы просто обалдеете, честно. Я не знал, сделал, и у меня все работает намного скорее. Настройки графического драйвера. Заходим сюда. Смотрите, значит, когда вы заходите в какую-то игру, и она у вас лагает, так вот, если вы нажмете вот здесь, вот и системный графический драйвер, и когда вы будете в эту игру заходить, вся мощь телефона будет направлена на эту игру, либо приложение, он не будет глючить. Как вам идейка? Запоминай и играй.